Перед нами автомобиль Nissan Patrol 2022 года выпуска с Арабских Эмиратов. Автомобиль был полностью адаптирован под рынок России. Также видим арабские буквы. Мультимедиа-система полностью русифицирована на русский язык. Сохранены такие функции, как Android Auto и Apple CarPlay. Круговой обзор также полностью работает. При переключении камеры отображаются. Голосовой набор также работает. Перейдем к приборной панели. Приборная панель тоже полностью на русском языке. Можно выставить техобслуживание, настройки автомобиля задать. Все функционирует в штатном режиме. Работу производила компания Xanavi.ru, Санкт-Петербург. Спасибо за внимание.